Мы вернулись в программу. Сейчас в моей студии находится Ян Лесневский, руководитель интеллект-групп, и Иван Светченко, журналист, директор Modern Media Institute. Добрый вечер, господа. Я благодарна вам за то, что вы пришли в мою студию. Давайте обсуждать то, что происходило сегодня, и как это влияет на политическую ситуацию в стране. То есть сегодня, еще раз повторяю, продлили на 60 дней положение чрезвычайной ситуации в стране. В парламенте обсуждалось, премьер-министру и не только, и присутствующим министрам пришлось ответить на много вопросов, но меня интересует с политической точки зрения, как вы считаете, обоснованно или необоснованно было требование правительства, и правильно ли проголосовал парламент? Давайте я начну с вас, господин Светченко. Поскольку война в Украине не закончилась, по-моему, вполне логично продление чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации в Республике Молдова. Я думаю, что и через 60 дней, к сожалению, ситуация не сильно поменяется, так что логика ясна, по-моему, она предельно понятно любому избирателю. Угу. Господин Лесневский. Ну, здесь опять же, я согласен, ничего не изменилось. Да. Практически за этот период, который был назначен предыдущее чрезвычайное положение. Но здесь не только, скажем, конфликт на Украине, но здесь и энергетический. Угу. То есть проблем очень много. Госпожа поэтому... премьер-министр дала два обоснования. Первый – военный конфликт в соседнем государстве. И второе – энергетический кризис. Ну, тут еще есть и логистика, то есть очень много проблем. То есть здесь, если останавливаться только на этих, это хорошо, скажем так, для прессы. Хорошо, в таком случае, вот я часто слышу, в том числе и представители оппозиции критикуют власть за то, что чрезвычайное положение объявлено, но его практически не видно, да? То есть ограничения никакие не действуют. И единственное, где правительство действительно использует это чрезвычайное положение, это на заседаниях чрезвычайной комиссии принимаются определенные решения, которые позволяют быстрее менять положение бюджета, делать какие-то закупки или еще что-то. Так ли это, на ваш взгляд? Ну да, мы же видим, протесты в Молдове идут. Уже про ковид, разумеется, все забыли. А он есть. А он есть, но как бы так. Угу. На задворках активной повестки. Для решения оперативного возникающих проблем, наверное, с юридической точки зрения нужно и полезно это чрезвычайное положение. Я не вижу в этом особого влияния на жизнь граждан, но и хорошо, у нас пока мир, лучше будет мир с чрезвычайной ситуацией. Господин Лесневский. Ну, оппозиция должна давить на правящую власть, но это должна делать не только через протесты, через предложения, через, скажем, определенные проекты, потому что и люди, и оппозиция должна требовать от правительства, то есть стратегии по решению чрезвычайных вот этих вот проблем, которые появились. На данный момент их не видно или не существует, то есть мы не знаем, есть какой-то определенный план по выходу из данной ситуации, нету, потому что в основном много деклараций, очень много политических деклараций, которые не ведут только к хаосу, и, естественно, оппозиция, трудно сказать, что пользуется, потому что, на мой взгляд, вот я бы здесь больше критиковал, что оппозиция достаточно пассивная, и она могла сделать бы больше, то есть протест — это часть механизма. И чтобы сделать протест, ты должен прийти с каким-то месседжем, с каким-то предложением, с какой-то идеей, вот вокруг этой идеи должен объединять, а не просто, скажем так, выходить и протестовать. Опять же повторюсь, это часть огромного механизма. Если просто но подождите, протест, протест это... официально объявлены, что это протесты, где люди выражают свое несогласие с бездействием властей по борьбе с обеднением населения. Если я правильно сформулировала общую суть этих протестов. Хотя лично я считаю, что это ширма. И основная цель этих протестов несколько иная, о чем я сегодня чуть позже и скажу. Каким образом в таком случае, неужели вот эти люди, которые выходят на протесты, или партия, которая организовала эти протесты, не предлагает никаких решений правительству? Вот это вот проблема, потому что я не вижу этого. Опять, вот то, что вы назвали, это не то, что, скажем так, причина, это проблема. Протест, он должен созываться, на мой взгляд, вокруг идеи. То есть вот мы хотим решить проблему, правительство не хочет, поэтому мы должны показать, что эту идею поддерживает множество граждан, и вот от лица множества граждан оппозиция говорит. То есть пока я не вижу... Кстати, партия социалистов обещала в сентябре предложить проект по чрезвычайному выходу из ситуации. То есть мы до сих пор не видим идеи, вокруг которой собирать людей. Даже если вести переговоры, скажем, с Россией по поводу газа. Да? То есть опять же, месседж должен быть правильно поставлен, что обратиться к гражданам не просто выходите на протест против или свергнуть кого-то. Потому что мы 30 лет свергаем кого-то постоянно. То есть жест, там, начиная с 2009-го. А именно выйти с предложением, что, смотрите, я иду
вести переговоры, и вот для этого мне нужна ваша поддержка. То есть даже вот таких элементарных, скажем так, со стороны точки пиара, да, вот... Не, ну почему? Есть заявление партии ШОР о том, что они ведут переговоры по поставке газа в Аргеевский хотя бы, район? Хотя бы их объединить. Они отдельные. И это надо это обосновывать. То есть, ну, с Польши тоже вот господин Спину везет газ с Польши. ШОР будет вести. Скорее поверю, что господин ШОР Спину будет везет газ. То есть как логистика, то есть как это все будет работать? Потому что нам до сих пор не Насколько объяснили. Насколько я понимаю, закон позволяет зарегистрировать предприятие, которое заключает договор с Молдова-Газ по тому, чтобы по этим трубам газ поступал. Я не знаю, правда, как они собираются дальше рассчитывать, сколько газа вошло и где будут ставить счетчики, когда. То есть я вообще не понимаю всего этого. Я понимаю, что батутом точно сюда из Москвы газ доставить нельзя. Это я понимаю. Шутят про кульки. Можно кульками. Кульками у нас как-то другие вещи было принято. Причем дело по кулькам, насколько я понимаю, тоже передали уже в суд. Будем ждать, что будет происходить дальше. То есть реальных протестов... Но я не знаю, знаете ли вы, знают ли это наши зрители, о том, что миф о том, что из Израиля граждан Израиля не подлежат экстрадиции для суда в другие государства, является мифом. На самом деле законодательство государства Израиль позволяет выдавать, экстрадировать своих граждан в другую страну, если нарушение, которое они... или нарушение закона, которое они допустили на территории другого государства, предполагает срок более чем один год тюремного заключения, или если этот гражданин не подвергается на территории той страны, куда просят его экстрадировать, дискриминации по национальности, религии, либо политической. Вот поэтому наши московские, я не могу сказать коллеги, да, но некоторые пропагандисты забыли о том, что некогда господина ШОР объявляли персоной нон-грата в Российской Федерации и стали писать в своих телеграм-каналах и говорить в своих, не буду повторять это, названиях, что это теперь лидер молдавской оппозиции. Для того, чтобы тот смог в суде, где будет рассматриваться запрос молдавской стороны на экстрадицию, доказать, что его преследуют не за те кражи в банках, которые состоялись, и которые он получил первой инстанции 7 лет, и сейчас апелляция еще 7 лет, по-моему, рассматривает в апелляционной палате, которая вернулась в Кишинев, да, а что на самом деле господина ШОРа преследует как лидера оппозиции молдавской. Ну и не надо забывать, что у господина ШОРа хороший адвокат, один из которых бывший член правительства Израиля. То есть ситуация с этими протестами, а вы говорите, ничего не предлагаете. Здесь они, если честно, то есть вот те, кто говорят лидер оппозиции, частично правы. Я объясню почему. Потому что на данный момент, кроме ШОРа, то есть, ну, как бы это парадоксально ни звучало, то есть оппозиции практически не существует. То есть посмотрите, партия социалистов, все остальные, ну их нету. Партия социалистов из-за этого потеряла буквально с апреля месяца 7% на сегодняшний день. То есть мы видим, что да, на самом деле он самый активный. И несмотря на это, то есть буквально все опросы показывают, что у него да, рейтинг от 10-15. И опять же говорю, это парадоксальный случай в Республике Молдова, когда премьер-министр, председатель парламента имеет рейтинг намного меньше, чем человек, которого обвиняют в краже миллиарда. Но это есть факт. И это молдавская политика. Можно так ее назвать. Хотя в теории политикой это не назовешь. Я понимаю, о чем вы говорите. Хотя я с большим трудом доверяю молдавским опросам в последнее время. Особенно, когда они выполняются за свой счет. Я не знаю, какая прибыль у этих организаций, которые проводят такие опросы, чтобы они могли себе позволить. Сколько стоит господин Лесневский один опрос? Я так понимаю, они менее 5000 евро? Есть, скажем так, цена, которую ты проводишь, а за которую продаешь. Это совсем разные цены, да, ну продажа она стоит где-то от 7 тысяч до 10 тысяч. То есть я права, евро. Минимум 5 тысяч евро должен стоить опрос, но если социологическая организация готова тратить такие деньги, собственные прибыли только для того, чтобы доказать, что премьер-министр невысокий рейтинг, Соцопросы не проводятся для того, чтобы показать рейтинг. Соцопросы проводятся для того, чтобы правильно составить стратегию для одного или другого политика. Вот и все. Хорошо, значит, стратегия прессе, по приобретению еще двух телевизионных каналов – это хорошая стратегия, я понимаю. Давайте теперь будем возвращаться к оппозиции. Мы сегодня поговорим обязательно о власти, оппозиции. Господин Свеченко, вот я наблюдаю несколько дней развод в некогда счастливом семействе, не сумев сложиться политический блок коммунистов и социалистов, разваливается? Я столь пристально не слежу, поскольку это блок, если он и существовал,
на устных договоренностях, он не имеет никакого политического будущего, ну и точно так же, как никакого политического будущего у господина Воронина, разумеется, 82 года быть не может физически. У них разные отношения были на протяжении нескольких лет. Насколько я понимаю, господин Воронин довольно скептически относится к господину из Израиля. Что они там перетирают, какие у них договоренности, кто кому дает деньги, меня мало интересует. Смысла в сотрудничестве нет, и коммунисты, насколько я помню, все еще по-прежнему входят в блок коммунистов и социалистов. И всевозможные вопросы, касаемые идеи оппозиции, предложений законодательных инициатив, гораздо проще решать через парламентскую платформу, нежели через закулисные договоренности. Ну вот смотрите, какая ситуация складывается. Насколько я помню, весной было заявлено, да, о том, что это будет и политический блок, а не только электоральный, да, после того, как они вошли в парламент общим составом. А потом произошел арест господина Дадона, начались проблемы у почетного председателя партии социалистов. А потом господин Шор стал проявлять протестную активность уже в Кишиневе. Партия господина Шора, будем говорить так. Или партия Шор, так она называется. И после этого мы увидели Владимира Николаевича Воронина на трибуне парламентской, где он сообщил о том, что новая жизнь создается, новое движение. И первый протест, на который не попал Филипп Бедросович, должен был быть поддержан как раз тогда, о нем заявлял в том числе и представитель партии коммунистов, я понимаю, тогда началось первое движение коммунистов в сторону партии Шор от партии социалистов. Но буквально два дня назад Влад Батрынч в программе «Потеря Апатра» на Н4 сказал о том, что ему кажется странным или неправильным то, что партия коммунистов сближается с партией Шор, забыв, с кем они вошли в парламент, да, в блоке. А коммунисты им ответили на своем сайте, в том числе опубликовав статью, которая называется «Что-то с памятью моей стало», где они напомнили все грехи Игоря Дадона за все эти годы, как он покинул ПКРМ до момента создания блока. Ответ Игорь Дадон говорит, что очень не понимает своих бывших коллег, которые вдруг становятся проевропейцами, намекая, я так понимаю, на господина Чебана. То есть... Что у нас происходит на левом фланге, мы не понимаем сейчас никто. Почему? Это уже мы понимаем. На самом деле. Что произошло? Ну, если говорить с точки зрения технической, то я общался недавно с одним высокопоставленным источником, который до сих пор, прогнозы которого и информация подтверждалась стопроцентно. Мой источник сообщил, что господин Шор получил на организацию протестов 2 миллиона евро. Деньги надо потратить, деньги тратятся. И мы знаем, поскольку вся республика обсуждает эти суммы, сколько стоит приехать в Кишинев, сколько получать гонорар, сколько стоит ночевка в палатке, $100 стоит ночевка в палатке. Деньги тратятся. Наверное, скоро будут финансовые отчеты, уйдут этим спонсорам. Что меня интересует и что мне не очень понятно, почему ночью мы не видим членов фракции ШОР, которые тоже протестуют. Ни в коммунистов, которые косвенно их поддерживают, ни, собственно, депутатов. Видать, боятся за почки. Депутатов мы не видим и на заседании парламента. Ну, здесь я не согласен, да, с коллегой. Потому что, насколько я читал в телеграм-канале, там $200 стоила ночь. А цены растут, наверное, количество... Температура падает. Да, количество желающих. Хотя если, я напомню нашим телезрителям, когда мы вывесим программу в Ютубе, я в комментарии к программе повешу и расследование, которое провели наши коллеги из Рудегарда, о том, как они ездили на протест из Аргеева, и как все это происходило, и настолько ли беспочвенные заявления прокуратуры, антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова о том, что там не только по большой любви или по большой ненависти к президенту люди ездят на эти самые протесты. Меня поражало то, что протест длится 2 часа, а потом всех быстро обратно по автобусам и развозят, а потом, насколько я понимаю, это прекрасно все показывается в Российской Федерации на телевизионных каналах. И спонсором протестов это тоже показывается, картинка там, же можно по-разному снимать протесты. Пришло 10 человек, можно их снять сбоку, как будто пришло 100 человек. Ну да, мы видели, когда снимки с дрона и снимки сделанные, видеокадры с ней сделаны. Я должна признать, что я периодически там появляюсь, просматриваю и захожу в палаточный городок. И когда протесты прохожу, смотрю, как это происходит. Тем самым увеличивая количество протестующих, нет, хотя бы с точки зрения картинки. Нет, я должна понимать и видеть, кто там действительно
пришел по зову сердца, да, и кто считает и верит, что это таким образом они могут повлиять на ситуацию в стране, да, и на тех, кто пришел не по зову сердца, а по зову другого человека или других людей, в зависимости от региона, из которых их привезли. И это такая так себе ситуация. В итоге получается, что правы люди, которые говорят, что нынешней власти повезло с оппозицией. Ну да, конечно, очень повезло, не то что, скажем, повезло. Потому что, ну вот, начнем с самой оппозиции. То есть протесты, если честно, я не был там, не видел. Ну, почему? Потому что, почему меня это не интересует? Потому что меня не интересуют заезженные темы. То есть если вы мне повторите тот же фокус три раза, я это не увижу. То есть я видел это от Настасии, это я видел от Усатого. Ну еще раз давайте сделаем городок. То есть я хочу от политиков, ну хотя бы какого-то креатива, чтобы я не знаю, был копи-пейст. Я знаю, какая там разница между этими протестами. Ну, да, ну разницу можно найти, что якобы там, поймите, я не видел в Молдавии вообще протеста, который бы не вел за себя финансовые, как бы, келтель, то есть растраты, да. Растраты. То есть все протесты в Республике Молдова, которые были, начиная от Рожки, они все имели финансовые растраты. То есть если мне кто-то скажет, что там вот какая-то идея была в какой-то, да, я промолчу, потому что, ну, это его мнение. Скажем, каждый останется при своем мнении. Но я не видел без растрат. Это раз. Два. Что случилось в оппозиции? С мая месяца партия социалистов взяла на себя ответственность реформировать партию. У них это не получилось, потому что разделились на 2-3 группы. Угу. Партия коммунистов, это, скажем, ждала вот это все реформы до, буквально до августа месяца. Первого, буквально в начале августа, блока уже не существовало коммунистов и социалистов. То есть это мы говорим уже о прошлом. Его сейчас уже не существует. Просто в парламенте, может, как-то электоральный этот блок звучит, но его не существует. То есть, потому что, получается, господин Дадон отдельно, и вот эти вот 2-3 группы в партии социалистов, к сожалению, отдельно. И поэтому они теряют вот этот рейтинг. И на сегодняшний день, да, несмотря на все проблемы, весь кризис, получается, первая партия в Республике Молдова – это ПАС. Несмотря на то, что она тоже падает в рейтинге. Но они потеряли 1%, партия социалистов – 7%. То есть и вышли на первое место. Остальная оппозиция пытается появиться, но у них нет ресурсов вообще. То есть ни времени, ни людей, ни денег. Потому что любая... скажем так, не медиа. Ну, медиа, опять же, деньги. Можно деньги, купить деньги. Там одно, другое. То есть, когда мне говорят, что там вот только идея, нет. Любая политика делается вот как минимум тремя ресурсами. Время, деньги и люди. Если этого нету, то лучше уже не идти в политику. И мы будем видеть буквально в следующие дни появление новых политиков, старых забытых политиков и так далее. Но они опять будут уходить в тени, если не смогут вести долгосрочную вот эту вот бой с правительством. И самый последний. Давайте посмотрим, кто из оппозиции сегодня хочет прийти к власти. Вот сегодня, вот завтра вот скажут, ребята, давайте вот, все, вот, пост премьер-министра свободный. Мне кажется, все, и социалисты, и коммунисты, и даже господин Кику готов возвращаться. На мой взгляд, нет, потому что уже поздно принимать какие-то меры, чтобы как-то смягчить те проблемы, с которыми мы столкнемся зимой. И никто, даже из оппозиции, или какой-либо человек, да вот говорили, например, там, что вот, может быть, господин Рычан станет премьер-министром. Опять же, сейчас я это тогда, самоубийство. Я тогда поправлю свою реплику в том плане, что я же исхожу из идеологии, да, и из понятия того, для чего создаются политические партии. А все политические партии создаются для того, чтобы бороться за власть и получить эту власть. Поэтому мне кажется, что все, кто делают заявления, кто создает политические партии, кто критикует нынешнюю власть, они в том числе и таким образом борются за то, чтобы получить эту власть. Да, но весной. Ага, вот так. С оговорочкой. Принимается. Весной через 3 года. А, весной или, через 3 года. Да. Ну, будут пытаться наследить, то есть вот в следующем году. Да. Но... Господин Свяченко, почему через 3 года? Потому что многие политологи в других программах, ко мне не очень сильно любят ходить политологи, не знаю почему, некоторых приходится уговаривать, говорили о том, что протесты являются частью программы по дестабилизации обстановки в Республике Молдова. Ну, это небольшой такой несложный вывод. Да. Ну, просто я немножко понимаю, что такое дестабилизация, и мне кажется, что протест – это не дестабилизация. Протест должен иметь цель. Лозунг нынешних протестов – «всех в отставку». «Всех в отставку» – это физически сделать невозможно и юридически тоже. Не, ну подождите, это как «за все хорошее против всего плохого». Ну, примерно так. Что, как это вот сделать, ну, с точки зрения техники? Можно повторить 7 апреля, но как бы это уже проходили этот урок. Невозможно.
Невозможно повторить 7 апреля, когда потому что люди, которые говорят о 7 апреля, они должны объяснять, что именно они хотят повторить. Что они повторить. Хотят, да, если мы этого хотят не видим. Повторить то, что были разграблены государственные здания, то это уголовно наказуемое. А если они имеют в виду, что после этого были выборы, они были не после этого, а тогда просто президент выбирался в парламенте, и два раза не избрали президента, и тогда был подписан президентом Ворониным указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Если оппозиция хотела правильно сделать, да, вот, ну, представим, просто теоретически, да, вот, по-научному, вот свергнуть правительство, да, то есть невозможно просто вот прийти и говорить, давайте подаст в отставку Майя Санду, то есть подаст в отставку, или премьер-министр. Сперва нужно хотя бы победить в маленьких войнах. Скажем, несколько своих людей поменять структуру ЦИКа, центральной избирательной системы, других аудиовизуала и так далее. То есть, чтобы ты хотя бы мог влиять на какие-то определенные мелкие механизмы. Страшные вещи говорите. Это теория, это книга, понимаете? Вот, то есть, вот когда по книге делаешь, когда этого нету. Нет, просто вы сейчас говорите о том, просто, вот, в законе написано, что аудиовизуал, ЦИК и многие другие государственные структуры являются независимыми, не политически, не подконтрольными. Когда они были независимы? Когда они были? Они я вам говорю, что написано в законе, а вы сейчас рассказываете другой темник. Я согласен, но я вам говорю теорию, как пишут в учебниках. Угу. То есть, ну, даже по учебникам, даже вот, хотя из теории, этого не происходит. 7 апреля тогда очень много делалось по учебнику. Даже протесты. Хорошо, как начался 7 апреля? С протестов? Нет. Когда три некая молодых человека начали календарь. Некого нынче 30 дней, 29 дней. Зарегистрировала заявление в примарии о проведении протеста. Нет, справа был флешмоб. А потом некая политическая партия, возглавляемая уже бывшим неким премьер-министром, водила к президентуре и обратно людей, показывая обратный отсчет. Столько-то дней осталось. Они хотя бы по учебнику делали. Мы все это проходили. Сейчас я хочу вам сказать, тоже возят к президентуре и обратно бедных несчастных бабушек. Ну, это вот сейчас буквально вот начали, мне кажется, да, вот последние два протеста. Даже вот организация вот этого городка, опять же, неправильно было сделано, то есть не было какой-то идеологии. Да, название есть вроде бы красивое, идеологии нет, нет людей говорящих. То есть, ну, господа, у меня огромный есть вопрос, минус. Он меня мучает с момента первого дня этого палаточного городка. Учитывая, что они принесли не распечатанные даже, вот эти вот тоненькие палаточки, не предусмотренные для протеста зимнего, и не было ничего в тот день, кроме этих палаточек, ни каких-то даже пенопласта листочков, или матрасика, или чего-то еще, у меня возникло ощущение, что на самом деле, я была уверена, что никто не позволит установить палаточный городок. У нас демократическая власть. Возможно, зато опять же... Мини-стратегии, да, захотели, не позволили, да, и все. Ну, опять же, это мы говорим о каких-то очень мелких механизмах. Хорошо, они ни к чему не приведут. Ошибки, которые делает сейчас власть. Потому что нет такой власти, которая, не совершает ошибки, б, делает вид, что не замечает свои ошибки и плохо реагирует на критику. Сегодня госпоже премьер-министру в парламенте досталось. Справедливо или нет, некоторые депутаты задавали вопросы, на мой взгляд, иногда просто странные. Но они имеют на это право, их избрали, в том числе и задавать вопросы премьер-министру и другим министрам. Насколько справедлива критика правительства на сегодняшний день? Потому что ситуация в стране действительно очень сложная, и не только энергетически, но и со всеми последствиями, которые вдает в денежном эквиваленте этот энергетический кризис. А в чем критика заключается? Что они хотят изменить? Чтобы было дешевле. Да кто критикует? Если уровень жизни, уровень покупательской возможности, уровень жизни многих граждан стал ниже за этот год. Ну, как бы посмотрите по сторонам, что происходит. То есть у нас газ стоил год назад 4 лея, сейчас он стоит 29 леев. Да, если инфляция была 8%, сейчас 35%. Правительство в этом виновато, господин Светченко? В частности, возможно, какими-то своими не очень оперативными действиями, да. Но это реакция на то, что происходит во всем мире. Точно так же растет цена на газ в любой стране Европы. А причина этого, мы тоже все прекрасно понимаем, что происходит на границах Республики Молдова настоящая война. В том числе и энергетическая война, которую ведет Российская Федерация. Господин Лесневский, насколько оправдана критика в адрес правительства? И было ли на самом деле у правительства Республики Молдова другая возможность выходить, решать эту ситуацию, на ваш взгляд? Смотря какая, политически, по крайней смотря мере. Какая, критика... Энергетически я уже обсуждала, да, в первой части программы. И энергетически, то есть возможности были.
Да, здесь я соглашусь, что многие страны пострадали. Каждая страна по-своему пытается выйти из этой ситуации и использовать те ресурсы, которые они могут. Это Турция, Израиль, Германия, все остальные. Венгрия, да, вот дружба с Россией, они пытаются использовать. Германия, Турция свое влияние, скажем так, и на Россию, и на Украину. Тот же Израиль, да, влияние на граждан российских, которые открыли банки и сказали, кто хочет сбежать, пожалуйста, приезжайте от режима Путина, приезжайте к нам вместе с деньгами, то есть и получили эти деньги. Как сделала Турция, открыла свой бизнес для компаний российских, которые хотят опять же сбежать от режима Путина. И буквально в первый месяц конфликта они опубликовали, что более 100 миллионов долларов, то есть вот компании приехали работать в Турцию. Республика Молдова не использовала вот эти вот. Здесь вот проблема, что наше правительство, оно не может молниеносно ориентироваться, то есть вот в таких ситуациях. Потому что мы говорим, например, о помощи Украине. Ну, наше правительство, например... Насколько я помню, реакция правительства была такая, что мы не хотим, чтобы наша уже достаточно сильно пострадавшая в предыдущие годы банковская система встретилась с встречными санкциями, попала под встречные санкции европейские. Ну, Израиль не попал, Турция не попали. А, хорошо, с Россией нет. Несопоставимые, как мне кажется, хорошо, сравнение. Да, согласен. Вот, допустим, Россия нет. Но Молдова могла, например, открыть и освободить от налогов украинские предприятия, да? Потому что им здесь было удобнее, здесь нету проблем с языком разговаривать. А получается, что все предприятия Украины уехали в Германию, в Англию и так далее. Потому что мы не предприняли ничего, кроме, да, вот помогли беженцам. Вот на этом наша помощь Украине ограничилась. Причем нейтральный статус, он разрешает вести экономические отношения. То есть если бы вот такое поступили, то есть это не нарушение нейтралитета. Да, вот, скажем, освободить украинские компании, которые приедут работать там, IT-технологии и другие все остальные, то есть там огромные, то есть фирмы. Ну, IT-парки так приехать есть, они сюда, это рабочие места. Там регистрироваться. А у нас получается, что молдавские компании уехали в Румынию, потому что здесь уже не могут обеспечивать себе ни аренду офиса, ни оплату зарплаты и так далее, и так далее. Мы весной проснемся, что у нас не будет рабочих мест. Просто-напросто. Предприятия, которые не смогут... То есть до сих пор у нас не было рабочей силы, а к весне у нас не будет и рабочих мест. И рабочих мест. Господин Свяченко, согласны? Нет, не согласен. И более того, меня всегда удивляют лозунги, в том числе оппозиции, что власть должна открывать рабочие места. Власть не должна открывать рабочие места. Строить, строить фабрики, заводы. Это было в Советском Союзе. Нужны инвесторы. Нужен инвестиционный климат. Так правильно? Украинские компании, это и есть инвесторы. Во всем регионе этого не будет физически. Пока идет война, инвесторы не будут складываться в страну, которая находится за 70 километров от войны. Например, в Румынии стабильность? Чуть больше, и плюс у Румынии крыша НАТО и крыша ЕС. Ну да. И если говорить о производительной силе, других... 25 миллионов населения. Все буквально все вот сейчас... Ну, слушайте, нельзя сравнивать экономические возможности Республики Молдова и Румынии. Понятно. Значит, выходит, что власти повезло и с оппозицией в том числе. Но мне кажется, на самом деле, я знаю, что журналисты должны критиковать власть, но мне не всегда поворачивается язык это делать, потому что я повторю фразу, которую я уже произносила в этой студии, как правительство Кику не знало, что делать с COVID-19 сначала, да, и прислушивалось полностью к рекомендациям ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, потому что тогда впервые мы столкнулись с ковидом и не очень понимали, что это и как оно будет развиваться. Так я думаю, что и правительство Натальи Гаврилицы столкнулось с кризисом беженцев в связи с военными действиями в соседнем государстве. То, что такого никогда не было. Такого не было никогда. И такой энергетический кризис, как сейчас, несмотря на то, что нас уже отключали от газа и даже от электричества, но в таком масштабе сейчас нас не отключили, но то, как развивается событие, какова цена при той неустойчивой экономике, которая существует в Республике Молдова, мне иногда, я не буду говорить жесткие слова, я попытаюсь смягчить эту фразу, становится просто неудобно за некоторых людей, которые до этого были во власти, могли развивать экономическую ситуацию в стране, имели все рычаги для того, чтобы привлечь инвесторов для развития, для того, чтобы возвращать сюда представителей диаспоры, неважно какой, из Запада или с Востока, у нас и там много народа, более миллиона человек живет за пределами Республики Молдова. Какие-то шаги, принимать решения, которые привели бы к энергетической безопасности государства и так далее. И многие из этих вещей сделаны не были,
Хотя у тех людей была вся власть тогда в руках. И даже у некоторых было коалиционное большинство в парламенте. А сейчас они не стесняются в выражениях. Было и не коалиционное большинство. Была монополия партии в течение 4 лет уж точно. Ну, я опускаю период партии коммунистов, которые... у меня к ним какая-то особенная любовь, и потому что, во-первых, тогда реально что-то было сделано, люди увидели впервые зарплаты за достаточно большой промежуток времени, и они тоже столкнулись с винным эмбарго, и не один раз, и в том числе экономическим тогда, они первые. И самый большой скачок в евроинтеграции, когда она была посадлена. Поэтому, коммунистов того периода не трогаю, коммунистов нынешних, которые сейчас в парламенте, простите меня, господа товарищи, не понимаю, что вы делаете, но, как говорится, буду читать вашу информацию, так как вы отказываетесь приходить в программу, и объясните мотивацию тех или иных решений ваших. Возможно, вы считаете, что для зрителя телеканала AirLife это не важно. Это не ваш, возможно, вы считаете, это не ваш электорат. Может быть, я вам просто не нравлюсь. Тоже как бы я не золотой червонец, чтобы всем нравится. Следующий вопрос, который меня интересует. Ваше мнение, господа. Много скандалов, много пиара черного. На выборах президентских черный пиар не сработал. У Игоря Додона, вы помните... Тогда использовался какой-то момент, если он сработал на предыдущей предвыборной кампании. Он никогда не сработал. Да, здрасте, 300 тысяч сирийцев сработали. Настасья, когда с мамой, тоже же не сработало. 30 тысяч сирийцев, да. 30 тысяч не сработало. Я после объявления мобилизации в Российской Федерации, у меня теперь все по 300 тысяч туда-сюда. Да, Ивану стало плохо при мысли о 300 тысячах сирийцев. 30 тысяч сирийцев. То, что происходит сейчас, пранк или дипфейк, официальная позиция администрации президента, что это был дипфейк относительно президента, другие, в том числе и оппозиционные партии, продвигают, что это был пранк и что наш президент действительно сделал какие-то заявления. Я доверяю анализу Андрея Баштанника о том, что это был дипфейк. Я не специалист, а он прекрасно разбирается в этих технологиях, и я доверяю его анализу, что это действительно был фейковая вещь. Но кому и для чего это сейчас выгодно? Я не разбираюсь в технологиях, был это дипфейк или не был дипфейк, я не знаю. Но меня удивило то, что этот вброс... Черный пиар, он был абсолютно бессодержателен, потому что все, что нам бы показали, весь текст, который якобы произносила президент, якобы премьер-министр Украины, она точно так же произносит в любой передаче, в любом интервью. Там нету ньюса, там нету содержания и нету никаких сенсаций. То есть да, Россия напала на Украину, мы это знаем. Да, российские войска хотели бы захватить Одессу, мы это знаем. Да, мы знаем, что если российские войска приблизятся к Одессе, население Одессы приедет в Молдову, мы это знаем. Да, Молдова будет на это реагировать, очень слабенько, очень своими силами. Что тут нового? Про Джорджулешта кто-то говорил, что это нельзя таки делать заявление. Надо посмотреть еще правильный перевод с английского, во-первых. Почему я думаю, что это все-таки был пранк, а не дипфейк? Да? Потому что, да, вот я согласен, были все те же декларации, которые уже были. Если был дипфейк, мне кажется, там бы сделали что-то... поярче. Да, поярче. Здесь нету ничего плохого. Потому что также обманывали и премьер-министра Великобритании, президента Франции. То есть очень много политиков. Почему у нас это работает на самом деле? Это уже теория лжи. Все люди боятся и осуждают, то есть смеются над тем, кого обманули, потому что боятся, что их обманули. На самом деле здесь ничего страшного нет, потому что каждого человека в жизни когда-то обманывали. Это человеческое качество. И то, что Майю Санду обманули, здесь вообще нет никаких проблем. И на мой взгляд, даже не надо кого-то там увольнять и так далее. То есть это хакеры, которые взламывают там Великобританию систему. Я тоже не разбираюсь в этом. Но это, на этом погрели очень многие. То есть Майя Санду повела себя тоже как человек, ее обманули, она будет более осторожна. Что касается про Джорджулешта, это, на мой взгляд, давно уже говорилось, что порт Джорджулешта будет предоставлен украинским, скажем, по поводу вывоза зерна, там, что-то такое, то есть привилегии. Еще наши там аграрии что-то возмущались и так далее. И опять же, надо посмотреть перевод, там, о земле говорится или просто предоставить возможность перевозить через порт Джорджулешта, то есть опять же. Насколько я поняла, речь идет о том, чтобы предоставить возможность перевозить через порт. Через порт, да. Ну так подождите, это же...
этом нет ничего смертельного. У них все хорошее, зарабатывают все. Это... Наша железная дорога сейчас очень хорошо зарабатывает. Три месяца назад об этом говорилось, то есть это опять ново. Что касается мобилизации, да, вот, причем я тут не смотрел, то есть детально, да, один раз посмотрел, дважды попытались вытащить вот это слово, да, потому что на первый... Майя Санду сказала, мы сделаем все возможное, следим за Приднестровьем, пока там все спокойно, обучают румынские солдаты нас. То есть, опять же, вся информация, которая она и так не была обучают, официально. Не обучают, а проводятся совместные учения. Да. Давайте использовать правильную формулировку. Да, в Британии. Они проводились и раньше, и при других властях, за исключением периода, когда была пандемия, и прекратились все связи между странами для того, чтобы локализовать. Каждая страна пыталась максимально закрыть свои границы. Так что если бы был дефект, мне кажется, там что-то поинтереснее было. А так, ну, а может быть, новости. У них не получилось делать Майя Санду поинтереснее, хотя мне кажется, что все-таки там было пару моментов. Не знаю, Иван тоже работал на телевидении, мы видим, где есть монтаж, где меняется лицо, по крайней мере, да, картинка, звук, но мы это да, видим. Даже без помощи технологий мы не можем это не видеть, это наша работа. Вот. Теперь вопрос такой, на этой же неделе про Дарину Речана, да, происходило. Это потому, что озвучивалось, что при смене правительства одним из кандидатов на должность премьер-министра рассматривается Дарина Речан, господин Лесневский? На мой взгляд, да. То есть, потому что этот человек, он в медиа появляется не первый раз. Насколько я знаю господина Речана, то есть это хороший менеджер. И я предполагаю, да, что у него может быть много денег, потому что он работал очень много в сфере бизнеса. Он был директором Millennium Group, да, вот именно по поводу консалтинговой структуры. То есть я его знаю как бизнесмена, как политика. Кстати, вот он мне дал совет, да, скажем, занимайся тем, что тебе нравится. Если тебе нравится политика, иди в политику. Если нет, оставайся в сфере бизнеса. Он не послушал своего же совета. И очень информации мало про Дарину Речан на самом деле. То есть говорят, что человек Влада Филата и так, Влада Плохотнюка, на самом деле он не был ни Влада Филата, ни Влада Плохотнюка. Ну, вам лучше сказать. В политику он первый раз пошел с Альянса Молдова Насра на местных выборах. То есть он был 50-м, согласился вот тогда участвовать в более-менее политике. И вот так потихоньку, скажем так, и в Министерстве внутренних дел он был неудобным ни для одного и ни для другого. И ну, тогда вот это с Дашев, начали... Запись с нам говорила немножко о другом, ну да ладно. И поэтому, да, я предполагаю, что у него есть хорошие суммы. Потому что он работал и здесь, его признают и в Великобритании, и в Румынии, и там чисто бизнес. Он, если он заработал, то вот он мог заработать легально. А все остальное, ну, что насчет наркотиков, ну, мы знаем, что наркотиками в те времена занимались совсем другие люди. То есть там даже не пускали бы никого. Говорите, вот просто, я просто сижу, думаю... Нет, ну, я говорю о той информации, которой, да, вот был обвинен господин Речан. И, то есть там такие... С политической точки зрения, господин коллега журналист, скажите мне, а в чем проблема, если люди работали в бизнесе и заработали большие деньги? Почему для Республики Молдова это становится, приносится, а вот у них там на счетах миллионы? Почему вдруг считается, что это нужно, может восприниматься отрицательно? Ну, возможно, зависть. Почему у него есть, а у меня нет? Я не думаю, что президент Майя Санду, главное оружие которое и безупречное оружие которое честность, стало бы советником назначать человека, который сколь-нибудь запятнанной репутацией. Уж я думаю, разобрались они там у себя между собой. И я также не думаю, что ради своего назначения Дарина Речан давал Майе Санду взятку. Потому что, ну, как бы, зарплата не так уж велика. Дарина Речан вроде бы привез Майя Санду в каком там году, в 2013-м. Она его из Всемирного банка подкупила. Ну, вообще, да, странные вещи обсуждаем. Да, поэтому, скорее всего, появилось из-за того, что вот риск, что он может стать премьер-министром. Вы знаете, что я критикую власть, но здесь я могу сказать, что правительство бы выиграло очень много. Потому что Дарина Речан, он, во-первых, дипломат хороший и переговорщик. Потому что многие компании именно советовались с ним именно по этому поводу. И там действительно... Прекратите рекламировать господина Речана, пока правительство... Я даже боюсь читать комментарии сейчас. Правительству Натальи Гаврилицы пока ничего не угрожает, если вспомнить то, что говорила госпожа президент недавно и господин спикер парламента Игорь Гросс. Правительство чувствует себя довольно спокойно. За исключением одного министра, которого еще не назначили просто. Там свободное кресло, вакантное. Как-то экология не улыбается в такой сложный период. Очевидно, никому вместо министра экологии.
И даже я понимаю, почему. Потому что отдавать приказ рубить дрова тогда, когда твоя прямая обязанность защищать леса от вырубки, это... Ну вот сейчас Румыния нам уже выделяет 150... 130. 130 тысяч... Кубометров. Да. Ну вот меньше рубки будет. Которые поступят в распоряжение Молдсил, куда смогут обратиться наши граждане для того, чтобы купить эти дрова. Почему я вас спросила еще про господина Речана? И опять же говорю, потому что сначала Андрей Спыну, вокруг которого не только Илон Шор опубликовала, о котором, да, но и другие говорили, делали пространные заявления в его отношении. Потом господин Речан. То есть все имена, которые назначаются как возможные преемники Натальи Гаврилицы, либо кандидаты на должность примара Кишинева, как-то сразу возникает обвинение в том, что эти люди слишком богаты для нашего не такого бедного государства. На мой взгляд, да, вот там, я не знаю, насколько правда, да, то есть там говорится о многих компаниях офшорах, но фирмы, с которыми работал господин Речан, они все достаточно знаменитые, то есть это они находятся в Великобритании, где можно проверить, да, или в Румынии, или в Австрии, то есть эти фирмы, они реальные, которые работают, я даже с ними очень много сотрудничал, то есть когда речь об офшорных компаниях, там уже труднее проверить. Да, вот здесь господин Спыну, скорее всего, должен выйти и объяснить вот именно вот это вот обвинение в офшорных. То есть он не, задекларировал не, год назад. Не, если офшоры, он показал, да, в декларации. То есть господин Шор ничего нового не открыл, просто открыл декларацию о доходах господина Спыну и решил людям показать, что вот он какой богатый. Окей. Я не считаю богатство чем-то плохим, и уж тем более не считаю, что за это необходимо людей вот подвигать такой обструкции, но мне кажется, что у нас в принципе в стране сложилось абсолютно неверное отношение к бизнесу, к людям, которые, а, создают рабочие места для других, б, зарабатывают хорошие деньги, платят хорошие налоги, и с, имеет очень небольшую поддержку со стороны государства, но зато очень большие претензии и бесконечные проверки со стороны государственных учреждений. А каждый из вас занимается тем бизнесом. Разная форма. Но у вас СМИ – это тоже бизнес. Опросы, консалтинг – это тоже бизнес. Поддержка правительства или поддержка государства Республики Молдова – в период вот такого энергетического кризиса, такой тяжелой ситуации, чувствуется, господа? Ну, я как бы не имею отношения с госбюджетом, поэтому не пользуюсь поддержкой. У вас офис есть? Нет. А, вам проще. Вам легче. Пока. Да. Пока, окей. Опять же, также согласен, то есть я не имею с госбюджетом, хорошо, то есть я плачу налоги, то есть, ну, а поддержку со стороны государства... она не чувствуется, но я и не жду. То есть я живу в Молдавии, я здесь родился, я знаю, как это все работает. То есть для меня главное, чтобы оставили меня работать, зарабатывать честно. Это раз. Во-вторых, то есть у нас бизнес... Хотя, да, немножко даже похож. Да, то есть, политический консалт, на мой взгляд, вот я буду критичным к себе, к таким компаниям государство должно не помогать, а контролировать. Потому что, да, мы опасные компании, масс-медиа, политические консультации. Чем мы будем транспарентнее, чем будет лучше и для правительства, и для политиков. Вот здесь я бы сказал, что более, чтобы щепетильны были и все проверяли. Даже те же опросы, как они проводятся. Если люди приходят в территорию, оплачиваются им, откуда эти деньги. И вот тогда, да, тогда бы вы и вы верили в эти соцопросы. Вот чего я хочу. Я помню в страшные времена, которые в нашей стране называли периодом захваченного государства, от СМИ требовали перед тем, как они опубликуют результаты того или иного опроса, чтобы обязательно было указано, кто провел, в какой период, на какой эшантион, как будет по-русски? Да. По какой выборке, сколько было сделано опросников, кто заплатил и так далее. Сейчас как-то смягчилось все это или просто не проверяют? Смягчилось. Это намного смягчилось. Проверяют. Вот здесь хорошо, что проверяет больше даже пресса, масс-медиа. Мы когда проводили экзит-пол, ТВ-8 тогда за нами ходили и буквально все проверяли. Хорошо. И это хорошо, потому что мы старались быть максимально транспарентны и показать. И, кстати, это очень повлияло на то, что мы стали более профессиональны. Мы с вами очень весело обсуждали. На самом деле люди говорят, что в Молдове стало жить сложно, страшно и нестабильно. Так ли это? В Молдове всегда было жить сложно и нестабильно, и бедно. Никогда не было рядышком войны. То есть, да, ситуация несколько деградировала.
Вы чувствуете себя в безопасности? Я лично? Да. Ну, пока да. Господин Лесневский. Ну, если обо мне говорить, то да, я чувствую себя в безопасности. Но я такой человек, что чувствую безопасность везде и всегда. Что касается про граждан, здесь они обеспокоены. Давайте признаваться. И здесь не только война, здесь, опять же, череда вот этих конфликтов, череда проблем, череда кризисов. Потому что это началось с 2009. Даже я вот не знаю, как начать. То есть у нас был политический вечно кризис. Посмотрите, мы в следующие 3 года, знаете, чем будем заниматься? Не будем заниматься созданием государства, не будем заниматься стратегией, мы будем заниматься пиаром. Потому что будут местные выборы, президентские выборы, парламентские выборы. Для меня это хорошо, потому что предвыборные кампании, но для государства это опасно. Потому что 3 года будет предвыборная кампания, обещания, лозунги, на действии ничего не будет. Я это говорил еще в 2019, говорил в 2020, 2021. Мы постоянно находимся в предвыборной кампании. С 2016 года, да, мы находимся, знаю, с протестов, когда. Пока мы не вышли из этих периодов предвыборной кампании. Я объясню для наших граждан, почему. Никто из вас не произнес, я об этом писала в Фейсбуке, сейчас скажу в прямом эфире об этом, что мне кажется, что самая большая проблема нынешнего правительства – это очень большие проблемы именно с коммуникацией, с объяснением того, что они делают, и с пиаром того, какие были приняты решения и на что имеют граждане наше право. Потому что на самом деле за довольно небольшой промежуток времени были приняты изменения не только в закон о пенсии, и люди получают теперь больше пенсии, и для пенсионеров есть пособие на холодный период, единоразовое пособие на холодный период года, всем, у кого пенсия ниже 5000 леев, если я не ошибаюсь. Выплата пособия независимо от застрахованного стажа, есть он или нет, для тех, у кого дети до 2 лет, для всех родителей, для всех. Изменилось, насколько я понимаю, начисление, способ начисления заработной платы для определенной части бюджетников, которые предыдущее решение сделало их как бы вне вот этого потока повышения заработной платы, пришлось изменять и сделать там коэффициент надбавки для того, чтобы они смогли получать более высокую заработную плату. И принимается сейчас решение в закон о энергетической бедности, где будут 4 категории населения, и просто подав онлайн документы, можно будет получать компенсация от государства, которая будет идти автоматически в платежку на отопление, если у нас центральная система отопления, потребление газа, если вы отапливаетесь на газе, горячую воду, и рассматриваться, я еще не знаю до конца, будет ли та же система действовать по электроэнергии. На самом деле, действительно, такие большие пакеты социальные изменения за такой короткий срок не разрабатывало ни одно правительство. Ну, по крайней мере, за последние годы я такого не помню, чтобы вот так вот. И это не единоразово дать, знаете, вам на Пасху 1000 леев, и мы теперь такие крутые, или 600 леев на Пасху. Это как раз расчет на всех, у кого низкая пенсия. Да, высокая инфляция, да, высокая нестабильность, связанная с войной в регионе и непонятной ситуацией, которую мы обсуждали в первой части программы с энергетикой, но мне кажется, что, по крайней мере, пытаются выравнивать и стабилизировать ситуацию, и если ее не накалять дополнительно ко всем этим не от нас зависящим решениям, да, не раскачивать ее политически или в том числе и в части СМИ, то, может быть, и уровень тревожности у наших граждан был бы не такой высокий. У наших граждан тревожность – это покупательская способность. То, что вы назвали, и как я говорил, да, это хорошие, скажем так, пакеты, но это, скорее всего, моральная поддержка. Это необходимо. Любое государство должно быть правильно делать. То есть, вот, моральная хотя бы поддержка, компенсация до 70% хорошо, от… По тем ростам цен этих денег потом, скажем, в следующем месяце не будет хватать. Я не верю в эти пакеты. Знаете почему? Потому что нет, вот, как и говорил коллега, то есть привлечения инвестиций. Потому что у нас на данный момент один рабочий обеспечивает 2 пенсионеров. Как ты не пытайся, то есть, ну, тот пенсионер не сможет получать. Господин Яйница опубликовал как-то исследование, где он сказал, что до 48-50% рабочего населения Республики Молдова не платит налога с полного своего заработка, да, опять как положено. Же, потому что зарплата, так, какие имеют моральное право люди, получающие зарплату в конвертах или укрывающиеся от налогов, требовать от государства повышения пенсии для их родителей, если они сами отказываются платить в социальный бюджет налоги, зная, что у нас солидарная система. Я знаю, что когда я и мой брат платим налог, наш отец получает пенсию, потому что он проработал в этой стране всю жизнь. А когда люди уклоняются от уплаты налогов, но при этом кричат на каждом углу, что государство плохо относится к таким родителям, и их родителям нечего есть, они в этот момент как должны на самом деле себя вести?
Ну, опять же, мы критикуем людей, они все разные, да, кто-то имеет зарплату поменьше, и он не хочет платить налоги, да, и договариваться там, я не знаю, то есть у нас всегда то, что 48, мне кажется, господин Яница еще как-то приукрасил. На мой взгляд, это где-то 60-70 в теневой экономике, потому что люди и предприятия не хотят платить налоги, то есть они, у них маленький доход, они не хотят делиться этим доходом с правительством, потому что не видят, как правительство их поддерживает. Здесь надо менять менталитет бизнеса, то есть показывает, что чем ты больше будешь платить налогов, если ты сделаешь все возможное, чтобы твои работники получали зарплаты официально на карточку, то тебе когда будут давать какие-то льготы, освобождать от каких-то процентов и так далее. То есть надо привлекать бизнесменов. У нас бизнесмены не привлекаются никак. Вот посмотрите, вот, не знаю, вот сейчас Харека вроде бы молчит, но это сейчас, то есть вот из-за газа, из-за электроэнергии. Да, они все под вопросом. Они сейчас все под вопросом, будут они вообще они не могут поднять цены на свою продукцию, потому что люди меньше будут к ним приходить. Делать? И в таком случае, да, у них очень сложная ситуация, но мне кажется, что тут должно включиться Министерство экономики. Я не очень верю, в принципе, в постоянные жалобы, которые идут от людей 20-50 лет, поскольку, вспомним весну, когда начала довольно резко расти стоимость бензина, и весь мой Facebook, например, заполнили вопли и крики наших кишиневских автомобилистов. Я пересаживаюсь с машины на троллейбус, у меня нет денег оплачивать горючее. Как была пробка на вокзале, так она и осталась все эти месяцы. Не только, я не верю этому. Точно так же, как наши аграрии приезжают на протесты периодически раз, два раза в год, техника становится все новее и новее. Все эти комбайны, зерноуборочные машины, все более новое, все более новое, все более новое. Удобнее будет в Кишиневской парке перепахивать в случае чего. То есть вы... Хорошо, заключительный вопрос мой будет такой. Политический, то есть энергетический, я обсуждала, опять же, как раз в первой части. Политический, вот это осень до и начало зимы, да, то Нового года. В Молдове будут идти вот так же, потому что партия ШУР зарезервировала, насколько я понимаю, да, площадь для протестов до 31 декабря. Или Ион Кику заявил, что с ноября его партия готова тоже выйти можно на протесты. Можно, в принципе, не учитывать партию Иона Кику, я считаю. Для меня все партии должны быть равны, независимо от того, как мои гости и каждый из них относится. То есть до этого платформа, да, говорила о том, что они хотят проводить протесты, но не с партией ШОР. И до этого еще ранее начинали проводить протесты партия коллективного действия «Гражданский конгресс». Так эта осень будет у нас жаркой? Она будет активной. Будут появляться, может, даже новые партии, новые политики, объединяться, встречаться здесь, в Лондоне, угу, или в других местах. В Лондоне и так это далее. Интересно. Или уже встретились? Ну, ладно, так наперед. А вы прям все инсайды выдаете, а то мы не знаем. Ну так только вам. Но я бы хотел, чтобы это не ограничивалось на протестах. Это скучно. Я честно устаю от молдавской политики, потому что она стала уже скучной, неинтересной, предсказуемой. Я хочу от политиков, от оппозиции более каких-то активных, скажем так, долгосрочных проектов, которые бы по-настоящему давили на власть, и чтобы власть, да, развивалась или меняла те или иные вещи. Но так, одним протестом, ну поверьте, Майя Санду, она просто устанет, она привыкла к этому протесту. Вот и все. Дальше этого не зайдет никуда. В Кишиневе столько протестов, что, мне кажется, кишиневцев не палатками, не перекрытыми улицами, уже ничем хотя не удивишь. Хотя бы флешмобы какие-то интересные. Свяченко, нас ждет более горячая зима в плане политическом? Или вот так, что будет продолжаться, господин Шур будет тащить одеяло на себя, а остальные будут стараться находиться так на безопасном расстоянии, учитывая неоднозначность позиции партии Шур на сегодняшний день? Поскольку деньги получила партия Шур, остальная оппозиция сидит на надеждах и смотрит за развитием ситуации в Украине, куда там пойдут российские деньги, другие источники финансирования. Основные финансовые активы сейчас аккумулирует партия вот эта. И у меня, например, есть легкий рецепт для этой партии. Вместо того, чтобы тратить столько денег и мучить людей отмороженными почками, гораздо проще скупить 45 депутатов фракции ПАС. Призывайте нарушить закон. И дать взятку президенту. И тогда можно поменять власть. Решили проблему.
Я понимаю, что это ирония, потому что призывать в прямом эфире таким вещам нельзя, господин Свяченко, это нарушение законодательства. Я понимаю, что вы иронизируете, тем более, что мы уже видели, как покидали по 15-14 человек фракции в парламенте, в предыдущих зазывах парламента. Поэтому как бы Молдова – это страна, в которой никогда не говори никогда. Но все-таки подчеркиваю, что это ирония, потому что призывать нарушать закон в прямом эфире нельзя. Вот что? Но можно прийти ко мне, я им скажу за эти деньги. Я хотела закончить программу на чем-то более позитивном, но вы предложили в конце программы купить депутатов. Мне показалось это не сильно позитивом. Но все равно я вас благодарю, господа, за участие в этой программе. Может быть, спасибо. Мы немножко сбивчиво сегодня обсуждали, но просто хотелось обсудить чуть больше тем. И действительно, событий вроде бы накапливается много, но сказать, что они какие-то имеющие большой политический вес, очень сложно. Будем смотреть. Я прошел через много избирательных циклов, много холодных зим, повышение стоимости газа. Каждый раз, в принципе, одно и то же происходит. Ну, жизнь, тем не менее, продолжается. С маленькими пенсиями, с повышениями пенсии. Войны не было до сих пор. Ну, кроме 92 года, в Молдове не сталкивалась с подобными кризисами. Будет хорошо? Нет. Будет ужасно? Тоже нет. Спасибо. 30 секунд. Для итога. Ну, опять же, Республика Молдова проходила через многое, я думаю, пройдет и через это, то есть справится. Хотелось бы, потому что, ну да, вы сказали на позитивный. Риски есть, риски всегда есть. И это кризис. Но именно во время кризиса ты можешь, скажем, развиваться, находить новые ситуации. Это делает принимать тебя, нетривиальные да, решения. Да, то есть это делает тебя думать по-другому, то есть и быстрее. Я надеюсь, что наше правительство вот начнет именно реагировать именно быстро на те кризисные ситуации. Спасибо, господа. Я прощаться буду с нашими зрителями. Мы с вами увидимся на следующей неделе. А в заключение проверяйте, пожалуйста, информацию, которую вы получаете. Потому что на телеканале «Орлай» вы можете увидеть много лайвов, прямых событий и посмотреть, как это происходило на самом деле, а не комментарии в Телеграме, где вырезается один или два кусочка, которые кому-то подходят под его идеологию, либо заинтересованность, или любовь или ненависть. И слушайте всегда первоисточник, проверяйте, потому что градус на самом деле эмоциональный в стране достаточно высокий. Для кого-то это связано с высокой степенью тревожности, для кого-то с непониманием, что будет происходить зимой, будет отопление или нет. Для кого-то это с тем, что его личный комфорт финансовый со временем уменьшается, потому что будет дороже приходить счета. На самом деле мы все это переживем. Это не будет не первая и не последняя наша зима. Сохраняем оптимизм, надеемся на лучшее. Всего хорошего, берегите себя и своих близких.